Приветствую, дорогой друг, я Алекс Фрай, и мы катаем в Overwatch. Итак, ребята, что-то давно я не садился за эту игрушку. А скоро у нас же еще и Хэллоуин закончится. Сегодня какое у нас число? 28 октября уже. Так, что бы нам выбрать? Давайте безграничную месть. Снова на бойце. Тут у нас соревновательная игра. Что тут из новенького добавилось? Я уже не помню. Я тут открывал пару контейнеров, но там ничего полезного не вышло. И поэтому, не знаю, показывал ли я вам или нет, я уже не помню. Я себе прикупил вот такой облик бессмертного солдата. Вампира. Выглядит Наша довольно жутко. История начинается в Адлерсбруне. Лорд местного замка призвал героев защитить его от безумного доктора Крысенштейна. Так, Торбьерна уже выбрали, да? Вот зараза. Ну ладно. Солдат, ветеран множества войн. Из тех смельчаков, кто откликнулся на зов, в ту ночь замок защищал четверо. Доктор хохотал. Доктор достал свой большой путь. Так вот ты прям рассказываешь. Простите, конечно, за мат небольшой. Вот и они. Сейчас постреляю. Устрани безумника. Ох, давно я тут не бегал. Всадник, да? Всадник пришел по вашей душе. По нашей, так по нашей. Раньше всадник был человеком, но те времена давно прошли. Где ты там, чувачок? Здесь можно подключить. Всадники срывались в ворот, порождая фонтаны огня, щепок и обломков камней. Входьте сюда. Трое у меня в прицеле. Держим дистанцию. Атака по центру. Сейчас рванет. Верченко. Молодец, монах. Спасибо. Так. Кто у нас тут еще? Прыжок. Из тьмы возникло творение безумного доктора. Вот тут, по-моему. Черт. Хотел попасть в него, когда он появится, а не доктора. Получилось. Жаль. Было одержимо разрушением. Есть. Я на серебре, неплохо. Хотя, конечно, Торбьерн может все лавры себе отхватить. Он-то у нас умеет. Сам доктор Крысенштейн. Вы пожалеете о том, что
смеялись над доктором Джеймисоном Крисенштейном. Фиг тебе. Безумие доктора достигло своего пика. Дева, я бы даже сказал, глупость доктора достигла своего пика. Так, они сверху, да? Продержаться нам только. Отбили несколько атак Крисенштейна. Но это было лишь началом их испытаний. Так. Есть. Увы, победить всадника оказалось совсем непросто. Находят впереди! Сейчас звонит! Ай-яй-яй! Одолел всадник. Черт. Враги добрались до ворот. Лишь топоры. Всадник. Это был всадник. Ну и у меня в прицеле. Иди сюда. Всадник-то наш. Тело всадника растворилось во тьме ночи. Всадник мертв, но он вернется. Еще не раз вернется. Вместе со всеми дружками, который там Крисенштейн создал. Ой, о, прикольный у тебя скин, чувак. Пламя дракона поглотит всех. Черт. У них есть генератор щита. Холодную ночь пронзил жар. Они просто стен. Ступила на поле. Получилось. Спасибо. Откуда рваня? Блин. Стесните их отворот. Ударил колдунью и был особо доволен этой победой. Сколько же вас еще? Эй, Таня! Валим их и будем ждать еще одного героя какого-нибудь, или вернее антигероя, поскольку они не на нашей стороне. Земля. Вот, например. У них тут генератор щита. Валим его. Ну же, почти завалили. Есть. Пока оно не стало безжизненной. У них есть генератор щита. Еще одно. Откуда же вы все беретесь? Чудовище доктора Крисенштейна. Отлично. Его глаза разбились и поблекли. Я нашел их генератор щита! У них есть генератор щита! Спасибо. В разгар битвы объявился сильнейший из союзников доктора. Ведьма. Мои слуги не умирают. Вот в кого сейчас надо будет палить из автоприцела. Крисенштейн заключил сделку с ней. Вот. И утроивали свои планы на жизнь доктора. Только сперва сейчас... Хотя, пофиг. У них есть генератор щита. Нашим врагам. Где ты? Иди сюда, дамочка. Почти получилось. На несколько мгновений силы Крисенштейна прекратили наступление.
Есть! Я нашел их, генерал! Вот откуда палят! Что-то идет? Зараза! Вы издеваетесь! Что творится? Что творится? Солдат убил всадника. Вот теперь, так как он надеялся в последний раз. Наконец, проклятие всадника снято. Волна жара пронзила ночной холод. И героям явилась колдунья. Опять это колдунья. Зараза! Чуть-чуть совсем осталось. Двое у меня в прицеле. Но есть. Держим дистанцию. Нельзя их пропускать. Я поставил исцеляющий фонтан. Дотерпите, дотерпите. Выливают только так. Секунд осталось, люди! Одна секунда! Есть! Считайте, мы победили! О! О! Но все-таки мы победили! Могла ничего изменить. Месть Крысенштейна свершилась. Замок пал, а его защитники погибли. Зато мы погибли и спасли всех в замке. Сейчас расплата. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет, девять.
Нифига себе. Ух. Здорово. Я так полагаю, можно, конечно, следующие звезды получить, только если бонусные волны еще оборонить. Первая победа за день. Отлично. Так. Может быть, ликвидацию на выбывание? Есть. Вы прибываете в Кастильо. Хотя это только разминка, да? Ну ладно. Взломать можно все. И всех. Позже пригодится. Начинаю взлом. Телепортирую. Ага. Хрюк-хрюк, поросеночек. А. Ауритар регресо. Пока-пока. Еще присоединяется к матчу. Так. Наконец покидаем разминку. Вы прибываете в Кастильо. Сейчас всех положим. Взломать так, можно. Ребят, все. Русские все тут есть? К бою. Есть ли тут герой? Русские? А, конечно, есть. И как обычно, ни у кого нет микрофона, похоже. Да. Взломать три. Можно все. Два. Не всех. Один. Это прям в стиле Сомбры. Позже пригодится. Мне пора. Иди сюда. Блин. Все, нам хана. Я же говорю, хана. Ноль. Один. Лады. Приготовьтесь к бою. Выберите героя. Вперед, ангел. Покажем, кто тут хозяин. Я присмотрю. Три. За тобой. Два. Один. Начали. Осторожно, снайпер. Я помогу. О нет. Противник ликвидирован. Ой, блин. Теперь ты сильнее. Противник ликвидирован. Но... Я тебе позабочусь. Ой! Заходят сзади! Исцеляющий поток активирован. Вперед! Победите! Вот это я понимаю. Один, один. Приготовьтесь к бою. Выберите героя. Теперь красавчик пусть будет у нас. Или лучше Лусио. Эй, камон! Три, открывайся! Два, один. Вперед! Ну же. Я нашел врага. Где вы там? Ага. Козлы обнаружены. Ликвидирован.
Ой-ой! Вот это музычка по мне! Ой-ой! Валим, валим! Ну, иди сюда. Слышь, гей! Полетай-ка. Противник ликвидирован. Ой-ой! Блин. Один, это было близко. Два. По крайней мере, я так думал. К бою. Выберите героя. Кого бы мне тут выбрать? Так. Ну ладно. Пусть будет красавчик. Три. Два. Самое время один. Устроить говорить. Начали. Матчпоинт. Ой, блин. Прости. Ну-ка, накидаем туда. Двойное. Есть. Блин. Победите. Есть. Фух. Это было потно. Два. Приготовьтесь к бою. Выберите героя. Что же, попробуем Зарю. О, бицуха какая. Еще и щит накинем. И на себя, и на другую. На фару, например. Месть. Три. Сила. Два. Один. Начали. Матч. Хотя, на кого бы тут? Давайте на фару. На тебе щит. Вперед! Так, ну... Ой, блин. Союзник снизу, 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 снизу. Союзники ликвидированы. Барьера. Старались. Ой-ё. Облом. Поражение. Это фиаско, братаны. Голдфиш. А, ну зато лучший момент матча за мной. Ну-ка. Опа, я на золоте, я как-то не заметил даже. Да. Не круто. Что ж, может быть тогда схватку, хотя нет. Давайте еще раз безграничную месть. Покатаем как следует. Ну, еще есть матч большой и маленький. Наша история начинается в Адлерсбруне. Лорд местного замка призвал героев защитить его от безумного доктора Крысенштейна. Ты готов, чувак? Из тех смельчаков, кто откликнулся на зов, в ту ночь замок защищали четверо. Доктор хохотал, видя, как оживают ему слуги. Этой ночью свершится месть Крысенштейна. Ясно. Пойдемте наверх. Вот сюда. Тут у нас будет турель стоять. Какой потенциал?
Вперед, родимая! Души. Он думал, в него попаду в определенный момент. Говорили, что всадник предал своих соратников и был проклят за это. Так. Валим его. Это мои руки. Иди сюда, чувак. Монах сразил всадника. Итоги растворился во мраке. Конец проклятия всадника снял. Есть? Буду правой кнопкой мыши и прошу уничтожить. Вот так. Другой разговор. Куда? Блин. Ворот, но прочные створки выдержали. Она прекрасна. Отлично, возьму золото. Не расслабляем руки. Дуй к нам, сука. Есть. Это существо было воплощением силы и жестокости. Готово. Эва штурмует. Блин. Держи прям в лоб. Солдат расстреливал чудовище, пока оно не стало безжизненной грудой. Так. Вы пожалеете о том, что смеялись над доктором Джеймисоном Гризенштейном! Так, а где колдунья? Безумие доктора достигло своего пика. А там же вместе он повел свой слух, пока метлый стрелок сразил доктора Гризенштейна. Но битва на крови утихала в покое. Конечно, еще 8 бомб. Куда она утихнет? Так. Мне нужно лечение. Броня! Гутники отбили несколько атак Крысенштейна. Но это было лишь началом их испытаний. Готово. Будем ждать нового героя. Из нее появилась фигура в саге. Зараза. А, нет, Садник молодец. Тут еще один Садник. Вечно эти всадники шастают, да не попадя. Ну и все. Дашь выносить мой. 79 убийств. Урона дофига. Когда на поле боя появилась колдунья. Пламя дракона поглотит всех. У них рядом генерал
Так. Сколохом пламени появился новый враг. Генератор щита пошел в пути. Генератор щита кирды. Ага. Вот она едет. Сферы монаха пробили защиту колдуньи. Есть. И сразили ее. Что там дальше? Еще волна пошла. Эйнштейн не собирался сдаваться. Чудовище восстало. Удачная. Вот так, да. Давай ко мне поближе. И вновь чудовище явилось. Я остановлюсь, это мое. Блин. Я тобой горжусь. Поближе. Еще раз. Погодите со своим союзником. Блин. Зараза. И ульта у меня уже готова. И вообще полный комплект, но... 2 секунды! Одна! Вернулся! На несколько мгновений силы Гризенштейна прекратили наступление. Но худшее было еще впереди. Ой-ой! Но... Герою вновь вышел в сайт. Есть! Доктор Гризенштейн. Ну, прокачивайся. Удача отвернулась от стрелка. Сотник вернулся в битву. Врагов устремились в сон. Дело дрянь. Пал на землю. Солдат упал. Побежден. Но... Силы покинули стрелка. Черт. И он упал на землю рядом с поверженными. О, ну ладно. Крыщами. Больше некому было защитить замок от Гризенштейна. Да. Что ты скажешь? Однозначное фиаско. Час расплаты. Хоть стрелок покажет мастер-класс. Ну зато сколько урон и убийств. Спасибо турельке, конечно. Каждый за себя. Так, а по опыту что у нас? Кто тут самый опытный? Из всей команды. На этот раз не я. И левак, конечно, не поднялся. Что ж, ну а продолжение каток ждет нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья!